Всем привет! Сегодня снимаю видео обзор о своих покупках. Покупки очень много. Есть покупки с Германии, есть с Алиэкспресса, есть из Франции, есть даже покупки за копейки. Итак, кому интересно, оставайтесь со мной. Первым делом из такой стенки. Я не буду использовать по назначению. Сейчас открою и скажу, что я с ней буду делать. Итак, вот она какая. Я думаю, что у вас, ну, в России в фикс-прайсах должны быть такие. Тут можно уже вырезать, какой размер вам нужен. Например, я вот по этой намеченной линии пройдусь. Так. Допустим, вот так, да? Ну, вот тоже можно вот так вырезать. И девочка спрашивала, из чего еще можно сделать туфельки. У нее не было фоамирана. Спрашивала, из чего. Вот из чего. Можно вот проволоку тоже вставить сюда. Вот так закрутить, вставить сюда. И получится туфелька. Просто вот здесь обклеили какой-то, ну, я не знаю, гофрированной бумаги или... просто бумажка. Здесь уже ничего нельзя делать, не надо делать. Вот так сделали. И вот по бокам или там можно даже вот эти бусы. Сейчас покажу. Допустим, можно вот так. Как раз они по ширине подходят, да? Вот. Смотрите. Такая идея. Можно сделать. Если вам интересно, я могу показать, как я его буду делать. Хотя и уже у меня есть мастер-класс, как я делала туфли. Итак, смотрим дальше. Вот этот заказ с Алиэкспресса получила сегодня. Заказывала две пачки. Ну, два заказа здесь, да? Тут по 5 ярдов. Я так поняла, как поняла, что... 5 ярдов это не 5 метров, меньше чем 5 метров. Но здесь я мерила, тут больше чем 5 метров. 5 метров 30 сантиметров. Продавец явно положил больше. Вот она. Такая. 1 сантиметр ширина у нас. Цвет молочный, да? Я люблю молочный цвет. Вот заказывала. Пачки. Заказывала вот такие основы для бутонерки. Если я не ошибаюсь, стоит 2,30 или 2,60, точно не скажу. Смотрите, тут булавка так надевается. Здесь можно сделать цветочек какой-то. Тут 10 штук. Так, а вот этот заказ продавец положил в такую коробочку. Заказ пришел за 10 дней. Быстро оформил заказ и быстро отправил. Заказывала вот такие розы. Тут по 20 штук. Эти розы стоят евро, доллар 24. Вот они какие. Два сантиметра. Отлично. 20 штук стоит доллар 24. Тоже молочный цвет. Цвет шампаня, наверное. Заказывала вот такие розы. Две пачки заказывала. Одна стоит доллар 32, 20 штук. Точно вот такие розы я видела в Германии. 10 штук 3,80. 3,80 в евро. Точно, точно такое. А здесь я 20 штук покупала за доллар 32. Так, сейчас. Где-то
сантиметр, почти 2 сантиметра. Вот. Отличные тоже. Заказывала 2 пачки. Заказывала вот такие тоже, как цветочки, как серединки получается. Вот смотрите, сзади как. Тут 100 штук стоит $1.54, по-моему. Смотрите, что с них можно сделать. Вот тут можно этот стразик положить, да? Может, вот такой, допустим. Или бусину. Ну, есть такие стразики с острым концом. Как раз они сюда подходят. Ой, падает все. 100 штук за $1.50, это, мне кажется, недорого. Так, заказывала вот такие цветочки, $1.70, 50 штук. Вот они, 2 сантиметра почти, да, по-моему, сейчас посмотрим. Это. Да. Вот они какие, но тут есть немножко брак. Вот. Видите? А так в основном нормальные. Так, заказываю уже повторно вот такие серединки, как цветочки. Заказала 5 пакетиков. А тут 50 штук стоит $1.64. Они мне очень нравятся, я заказывала уже второй раз. Тут какой-то полубусина, стразина, бусина какой-то. И все, красота. Очень мне нравится. Они вот заказала 5 пачек. Вот это из заказа, я очень довольна. Продавец отлично, я вам рекомендую. Хочу добавить, что у меня на канале скоро будет конкурс. Победитель может заказать вот это все. Но об этом уже поговорим в других видео. Так, вот это здесь. И заказывала с Германии. То есть, извините, покупала с Германии вот такой. Там как фикс прайс, да, вот такое за евро, вот такое для бусин, органайзер, да, такой. Смотрите, как они как раз подходят мне, вот, например. Вот. Буду здесь хранить. Вот так красиво все, аккуратно, ничего не потеряется. Закрывается хорошо. Купила с Германии фетр. Тут 1, 2, 3, 5 листов. Листы вот такие, как А4. Вот эти такие цвета. И вот это я купила за 79 центов. Но это недорого, потому что у нас во Франции вот этот, такой лист чуть меньше, даже вот это стоит 90 центов, а это 5 штук за 79 центов. Купила вот 2 пачки. Так, вот в этой корзине то, что покупала за копейки, вот это для на поезда, для нижнего белья на пояс, 10 центов купила за 10 центов, а он стоил, не вижу, помню, стоил около 3. А смотрите,
А нет, это не то. Сейчас посмотрим. Нет. Сейчас поищем. Так, изначально было 3,19, потом 2,99, там было евро, 50 центов, потом 10 центов. И такая, я его планирую. Это все отрежу. Использую вот отдельные банты, да? А вот это как резинка на волос пойдет. Что такое 10 центов, да, вот купила. Так, купила вот эти резинки 5 центов. Почему я их купила? Потому что я буду здесь открыто. Сейчас. Вот, допустим, кусочек фоамирана, чтобы он у меня не торчал, да, вот резинка, вот. И все. Так и можно делать с лентами. 5 центов. Что такое 5 центов, да? Вот. У нас Алиночка. Есть девочка Алина. Все, ну, делает она резиночки, браслеты, все. Рэмбулу, да, как они называются. Ну, они сколько интересно стоили. А, евро стоили. Потом 50 центов, потом 5 центов я покупала. Ну, это Алина, девочка, да, молодец. Я вообще, когда смотрю, поражаюсь ею. Ну, все делает своими руками. Подарки маме, учительнице, бабушке, всем делает, умничка. Ну, использует такие резинки. Я смотрела, вот эти резинки, качество они хорошие. Так, вот, купила 10 центов. Это открытки такие. Можно задекорировать, да? Девочки делают скрапбукинг. Наверное, для них это хорошо. И тут конвертики, тут приглашение можно сделать. Бумага очень такая классная. Перламутровая. Классная. 10 центов. Это копейки, да? Так, купила вот такие серьги, тоже 10 центов. Буду использовать как основы, да? Вот, смотрите, стоили евро, потом 10 центов. Вот они такие. Можно эту бусику убрать, эту бусину, и сделать там цветочки, мелкие канзаши, там, не знаю. Розочки какие-то из фома тоже можно. 10 центов вот купила. Может, как основу кому-то подарю. Вот. Посмотрим, сколько штук купила. Тут 6 пар. И 10 центов такую цепочку взяла. Пригодится для работы каких-то. Тоже стоил евро. Вот эти покупки уже из Франции. Я покупала вот такой, может, у меня мастер-класс есть, как я сделала с этих невидимок колье. Вот такие они, стразовые. Тоже можно для канзаши использовать, допустим. Вот эти стразины, они с легкостью можно их снять. Вот так. И тут собирать какие-то лепесточки. Вот это тоже снять. И так, это здесь вот такая вот черного цвета. И вот еще такая есть. Такие заколочки. Они пластмассовые. Стоили они евро, но покупала этот раз 50 центов такой набор. 8 штук. 50 центов. И 50 центов вот такие обручи. Тоже они стоили евро, но этот раз был по 50 центов. Тоже неплохие. Ну, не легкие такие. Для деток, чтобы не сжало головку, да?
такие три штуки вот таких. Такие резиночки купила. Хорошо тянутся. 5 штук, тоже 50 центов. Вот этот обруч, он стоил 4,95, но я его покупала за евро. Вот. Одна стоит 4,95. Представляете? Сделать какой-то здесь цветочек. Даже можно из ленты Шанель сделать. Вот смотрите. Где цена? 4,95. Фокус. Так. Покупала вот такую сетку. Она золотистая такая. За евро тут 1,5 метра. Он метр стоит евро, но почему-то продавец мне 1,5 дал за евро. Спасибо ему за это. Так, это покупала из Франции. Купала 3 корзины в виде сердца. Они вот такие декорированные. Но я его вот эти буду снимать, делать по-своему. Вот такая, чуть поменьше. Оно все было вот сейчас. Вот такая она была. И вот такая еще третья маленькая. Видите? Просто вот положили сюда подарок, завернули красивым букетом. И подарок. Буду декорировать я по-своему уже это. Так, еще обратите внимание, вот эти сердечки. Покупала за 3 евро вот такой этот, сейчас скажу, 2 метра один, такая 2 метра длина. И сейчас посчитаю, сколько листов, штук. 26, и каждая по 2 метра. И купила вот белый. В коробке, сейчас мы его откроем, покажу. Это как декор на свадьбе, да? Очень красиво, мне понравилось. Вот такие были у меня покупки. Теперь покупки.